К работам по проведению питьевой воды в селе Недмени Сыньварского района коммунальщики приступили 2 дня назад. По их словам, объем работ большой, но в течение 2 месяцев они намерены завершить все работы, после чего проблема с нехваткой питьевой воды в селе будет полностью устранена. Жители селения Верхний Дмень используются водой, которую в село провели 5 лет назад из села Ирака. Но дебет воды низкий, жители не получают воду в необходимом количестве. Приходится расходовать ее экономно. В этом году администрацией района было принято решение провести масштабные работы и провести воду из селения Уанат. После того, как водопроводная линия будет проведена до села Верхний Дменис, будут установлены резервуары и насосная станция. Как пояснили в администрации Цхинвальского района, если напор воды будет увеличиваться, то не будет необходимости заполнять резервуары, и вода без насосной станции напрямую будет поступать в дома жителей. ЖКХ администрации Цхинвальского района проводит воду и в села Дампалет, Андис и Сэр. Анжела Кокоева, Алим Бетеев, Зарина Таттаева. Информационный выпуск сегодня.